Еще просто обращайтесь к нашему бортпроводнику. Вероятно, после окончания посадки нам предстоит буксировка, запуск движения к вылету экипажа. Желаю вам приятного полета, благодарю за внимание. Сейчас перевести на все время полета в авиарежим или выключить все аварийные устройства, размещенные в ручной кладе, должны быть полностью выключены. Аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Самолет имеет 4 аварийных выхода, 2 выхода в передней части самолета и 2 выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены световым табло «Выход S». Световая дорожка, расположенная в проходе между креслами, укажет направление к выходам. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из панели над вашим креслом. В этом случае немедленно потяните маску на себя, прижмите кислородную маску к носу и рту. Закрепите на голове, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте сначала кислородной маской себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло, застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлическую наконечную пряжку. Чтобы затянуть ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием на борту нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Убрать столики, открыть шторки иллюминаторов. Застегнуть и туго затянуть ремни безопасности. Пока горит световое табло, застегните ремни. Просим вас не использовать наушники. Благодарю за внимание. Пассажиры, мы готовы к взлету. Просим вас убедиться, что ваши ремни безопасности застегнуты и туго затянуты.
Всего доброго. Надеемся вновь